Blender 2.81 и для Army Men нужны окопы, нужны именно блиндажи и все в таком духе. И название каналов, с которых взята информация, я кину в описании под этим роликом. Итак, блиндаж. Берем транспоз, все это дело вытягиваем вот так вот, придаем внешний вид именно вот блиндажа. Можно его повыше, наверное, поднять вот таким образом. Теперь заходим в табуляцию, нажимаем именно Edit Mode. Выбираем полигоны. Ставим Loop Cut. Вот сюда вот так его. Опа. Ну и один Loop Cut на низ. Вот сюда вот где-то. И один Loop Cut вот сюда вот повыше поставим. Вот таким вот образом. Так, теперь жмем Select Box. Выбираем полигоны. Выбираем вот этот полигон. Жмем Delete. Жмем Face. Вот получился у нас вот такой гараж. Выбираем вот эту стенку. Выбираем вот эту, вот эту. Находим материалы. И вот на этот материал поставим, давайте... Base Color, текстурку подгрузим, Image текстуры, папку открываем, находим Desktop и подгружаем какую-нибудь текстурку типа, ну давайте вот доски, вот эти вот доски, Open Image. Назначаем Incision и переключаемся вот в эту, в этот вид. Вот так вот подгрузились доски. И есть такой аддон, чтобы с этим всем делом работать. Так, открываем, жмем теперь Object Mode. Находим N-панель, вот такой вот. Аддон, Sur UV аддон, выходите в Edit Mode, преференции, находите вот этот аддон, жмем UV, вот он, UV, Sur UV Map, вот он теперь включенный сбоку в N-панели, нажимаем на нашу текстуру, жмем UV Box Map, вот так вот доски стали. Можно также их вот так вот развернуть. Или вот опять вот в такой порыв сделать. Вот такая штукенция. Так, ну теперь табуляция. Зайдем, выберем пол. Так, N-панель, можно его закрыть аддон. Плюс New. Опять подгружаем. Так, Image текстуры. И выберем другие доски, допустим, уже. Папка. Десктоп. Ну, какие-нибудь. Ну, давайте землю выберем лопаную. Вот так. И применяем Incision. Тут можно опять же переименовывать. Допустим, вот нажимаете два раза, пишите пол. Enter. А здесь, допустим, пишем, ну, стены. Enter. Вот такая штукенция. Все, ставим сюда стол, персонажей. Где-то что-то можно тут еще добавить. С потолком как-то доска пусть упадет. Где-то доски лежат. Какой-то интерьер. Ну и опять же добавляем свет. Заходим в лифт. Заходим в Object Mode, находим свет, включаем его видимость, на него включаемся, лампочка, спот, вот лампочку можно поставить, допустим, ну, 300 ватт. Enter, заходим в рендер, вот такая темнота у нас тут, все это дело можно выбрать, немножко приподнять. Выбираем лампу, жмем G,
И вот помещаем ее вот в наш импровизированный такой блиндаж. Где-то можно сделать люстру. И все это дело вот сюда, в эту люстру подкрепить. Вот типа сверху, со стены, боковой свет. Вот такая штукенция. Вот так вот. Выбираем теперь камеру. Смотрим, где она находится. На нее переключаемся. Семерка на нампаде. Жмем R. G. Подставляем. Подгоняем. Опускаем. Так, тройка на нампаде. Единица на нампаде. Опять R. Поровнее ее ставим. Опускаем. 0 на нампаде. Вот у нас уже будет ракурс. G. И вот здесь все это дело будет происходить. Так, что еще можно сделать? Камеру пока можно отключить. Переключимся вот в этот вид. Табуляция. Выбираем именно наши стены. Вот так, через Shift. И сделаем их чуть-чуть, ну, типа фактурными. Как это все дело происходит? Подразделяем их Edge Subdivision. Побольше Subdivision полигонов. Опять Edge Subdivision. И еще немножко прибавим. Ну, чем больше, тем будет как-то тяжеловато, может, ноутбуку или компьютеру. Но зато будет качественно выглядеть. Итак, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Вот наши именно вот эти стены. Заходим теперь, находим табуляция, находим материал вот этот, текстура. Подгружаем сюда какую-нибудь текстуру, ну или та, которая есть, вот допустим, с досками, да? Вот этот, нет, не этот. Вот эта вот текстура. И заходим теперь в модификаторы. Находим модификатор Displays. Вот такая штукенция получилась. Подгружаем сюда текстуру. Вот так все исказилось. Выбираем теперь UV. Выбираем за место Normal. Выбираем по Z. Или можно вот по Y. Ставим вот здесь сайт 0. Так, пардон. 0.1. И вот у нас уже фактурные стены. Можно нажать теперь Shader Smooth правой кнопкой мыши. Вот уже прикольненько. Вот такая штука. Доски гнутые более-менее. Заходим опять вот в этот вид. И вот вы видите, что вот такая штукенция. Выбираем цвет. G. Стены блестят. Нехорошо. Давайте зайдем теперь. Опять же выберем материал. И найдем вот этот блеск. Вот так. Сделаем его матовым. Ну вот теперь уже блиндаж. Так, что еще можно сделать? Свет можно поставить спот. G. Где-то вот так, G сюда. И вот осветить как-то их так призрачно. Вот такая штукенция. Поставить. Так, что еще можно поставить? Уменьшить вот эту функцию. Так, вот так уменьшить. G. Ну, что-то в таком духе. Ну, и можно, конечно, S. Все это как-то уменьшить. Где-то это все можно вот крутить, вертеть в таком духе. Ну, и как-то вот осветить таким вот образом. Сделать свет побольше. G. Вот так вот. R. Ну и G куда-нибудь, как-нибудь вот так вот увести.
еще немножко S, G и посильнее вольтов добавить. Ну, где-то пускай 600 можно. Вот уже ярче будет. Вот такой угол освещен. Тут стол. Мыши бегают. Там еще что-нибудь. Также можно лампу поставить на 100 ватт. Вот такая вот штукенция. Тени можно поставить. G. Ну, словом, получается вот такой блиндаж. Вот такая попытка вот применить информацию, найденную в интернете. Ну и повторюсь, название каналов, на которых я видел все это дело, я кину под описанием. Пока.